Всем добрый день, друзья. Вот заехали с Натальей за цветочками. Надо посадить. Сейчас пройдемся, вам покажем, какие цветы и какая цена. Это у нас здесь по улице Тырбиты сразу, вот здесь на повороте. Вот разных цветов. Вот какие. Сейчас пойдем в большой парник, зайдем, покажем. Вот только привезла она. Какие красивые. Вот такие, вот это мелкие. Анютины глазки, да? Анютины глазки. Пирогуни. Сейчас вот покажем вам, там сколько много. Пойдем. Вот уже даже в горшочках тоже, смотрите. А горшочки почем? 4 евро. Вот эти вот горшки. Это вот первые горшки 4 евро пошли. Вот такие. И это, эти тоже 4 евро? Да. Все, идем. Вот у них здесь большой этот парник. Ну, еще раз повторяю, вот смотрите, вот дорога Тырбитес, улица Тырбитес, туда в Светы, туда в город. Вот они, смотрите, какая красота. Сейчас пройдем, мы вам покажем. Вот у них мы покупаем украшения себе, эти горшки, вот. В общем, все цветы мы, да, все, которые вешаем мы на террасу, у них начали мы покупать. Они свеженькие, выбор огромный, просто огромный выбор у них. Это, друзья, это не реклама, это просто, говорю, мы рядом здесь живем. И вот сейчас проезжали. Машин, да, так мы всегда проскакивали, а сейчас... Ну и время подходит, сегодня очень тепло, плюс 18 уже показывает. Плюс 18 у нас на улице. Первый такой в апреле, я имею в виду. В апреле первый такой. Вот большие горшки, смотрите, уже начинают. Но эти пиралгонии еще рано на улицу. Те анютины глазки там можно. Они морозов таких, заморозков, не боятся. И вот мы купили этих анютины глазок. Вот какие цветочки, смотрите. Так, полетаем мы вам здесь. Какая красота! Я вот даже сейчас на ящик металлический стану и вот так вот покажу вам. Просто утопаем в цветах. О, надо мной цветы, смотрите. Вон как Наташа далеко. Вон она. Все в цветах. Так, как бы здесь. Попробую пройти туда. Пиларгонием этим. Вот здесь кругом еще. Ну, не сезон пока еще. Скоро, скоро, скоро. Недельки через две. Я сейчас отодвину. Вот смотрите, как весь стол. Вот я отодвигаю. И пойду в этот. Так они легко катаются на этих лыжах. Там колесики.
Вот какая красота, смотрите. Да, когда солнышко выглядывает и тепло, совсем уже другое настроение. А вот белые. Чисто белые, смотрите. Не забывайте подписываться на наш канал, друзья. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До следующих видео.